Дорогие друзья, эта трагедия произошла сегодня рано утром на телевидении. Там в студии, прямо в эфире стало плохо известной российской телеведущей, журналистке, которую знает и любит вся страна, Алене Водонаевой. Она едва ли не потеряла сознание, ее коллеги остановили съемки и вызвали бригаду скорой помощи. Она была госпитализирована в больницу, но через несколько часов ее уже отпустили домой. Врачи сообщили о том, что ей назначили домашнее лечение, и она должна будет посидеть дома на больничном. Что же произошло с известной российской журналисткой и телеведущей Аленой Водонаевой, пока неизвестно. Сама телеведущая пока на связь с ней выходит. Ждем подробностей от родственников Алены Водонаевой. Быть может, наши источники до утра смогут что-то узнать, и уже завтра на утром, друзья, в нашем новом выпуске на нашем канале мы обо всем расскажем вам. До скорой встречи, спасибо вам за ваши просмотры.